Вы слышите? Категорически отказывался. А что говорил? Искание сана есть начало и корень властолюбия. Вы слышите, какая опасность стоит перед каждым священником? Потому что как мы к нему обращаемся? Отец такой-то. И очень легко споткнуться и начать властвовать. Это беда. От такого духовника нужно сразу бежать, как от огня. Почему? Очень просто. Это властность, властолюбие, свидетельство гордости, самомнения. А вы знаете, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому, когда задают вопрос о том, как правильно готовиться к исповеди и исповедоваться, если действительно такого человека я не нашел, а найти, еще раз повторяю, это очень сложно, то есть тут два важных таких момента. Первый момент. Прошу обратить на это внимание, что я сам в себе, в своем уме, в своей душе, в своем сердце должен прямо называть себе перед Богом свои грехи и каяться. Господи, обманул я его, прости меня. Осудил я вот эту, Господи, прости меня. Слышите? Каждый грех. Стою, перебираю в своем сознании и каюсь пред Богом. Это первое необходимое условие. Почему я так на этом заостряю внимание? Потому что, к сожалению, человек не думает, а так, что сказать перед батюшкой только. И в этом будто бы заключается исповедь. Ничего подобного. Ничего подобного. Суть именно в этом. Чтобы я иду даже на исповедь, я должен вот пока перебрать в своей душе и покаяться все, что я вспомнил, что я сделал недолжно. Это первое необходимое условие. Второе, да, на исповеди сказать только самое, я бы сказал, ну, тяжелое или самое главное, что более всего беспокоит мою совесть. Только это. Нельзя же исповедь превращать в россказни. Я ей такое сказал, а она мне это. Она мне наговорила так. Вот, батюшка, я ей тоже, простите меня. Нельзя же превращать. Или начинает рассказывать всю свою биографию. Ну что же это такое? Был случай, это очень интересно, потому что моя мама была свидетелем. Подходит женщина одна на исповедь, и громко так, ничего. Вот, батюшка, я 7 лет была замужем, и вот. Он, матушка, пожалуйста, какие у вас грехи? Вот, я 7 лет была замужем. Ну, матушка, ну, отойдите, подумайте. Опять подходит. Ну, что вы? Я вот 7 лет была замужем, бедный. У батюшки уж терпение лопнуло. Вот, так вы что, вы грешны или нет? Ну, что это такое? И начинает, вот меня обидела сноха, вот меня тот-то, вот меня сё-то. Пусть это не исповедь, а что это пришло такое? Что это такое? Вместо грехов начинает излить всю свою биографию, свои страдания. Как кто меня обидел, кто мне сделал не так, кто мне сделал не так. Ну, и я, конечно, немножко ответил, да, не так ответил. Что же это такое? Значит, второе, в чем заключается? Говорить только то, о чем мучает совесть. Не обида на кого-то и слезы лью, а совесть, что я сделал не так, то есть исповедоваться в грехах каких? Самых таких наиболее отягчающих мою душу. Вот все. И исповедь таким образом длится очень недолго. 5 минут.
а не то, что стоят и 10, и 20, и 30. И бедный батюшка не знает что, особенно если неопытный, еще молодой, стоит бедный, да, а ему тут и та-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 та, Господи, думаешь, вот мученик-то. Да, настоящий мученик. Это называется исповедь. Всю биографию свою пока не расскажет. Это я вам скажу, грех. Грех почему? Извращение исповеди. Пришел человек для покаяния, а на самом деле занимается излиянием своих чувств. Грех. А где твое покаяние? Ты о чем говоришь? Если обижала кого-то, так и скажи, обижала. Обижала, да, все. Нет, ну как сказать, обижал. Нет, я скажу, какая она такая сякая немазанная. И как я ее тоже ей ответила. Надо же батюшке рассказать. А то как же такое, ай-яй-яй, чем занимаемся. Так вот, исповедь в чем должна состоить? Первое, повторяю, извините меня, что я так. Покаяние внутри себя с перечислением прямо этих грехов, пакостей, которые я делал, покаяние пред Богом. Второе, самое главное, сказать перед священником, и все. А духовника, ой, дай Бог, если вы встретите человека какого? Не властолюбивого, раз, не гордого. Человека, который действительно все-таки ведет христианский образ жизни. Который все-таки читает святых отцов и дает советы не просто от себя, а ссылается. Вон святой Исаак Сирин, знаете, что говорит? Святитель Игнатий Бринчанинов, посмотрите, как пишет. О! Вот к такому батюшке можно, но все равно исповедоваться надо вот таким образом.